Всем доброго времени суток, это Gadget X. В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования еще не вышедшего процессора AMD Ryzen 5 2600 поколения Pinnacle Ridge, также известного как Zen+. Благодаря этому мы уже сейчас можем оценить прирост производительности в сравнении с предыдущими поколениями. Тестирование AMD Ryzen 5 проходило на компьютере с 16 гигабайтами оперативной памяти и операционной системой Windows 10 Pro. Процессор набрал 4269 баллов в одноядерном тесте и 20102 балла в многоядерном. Для сравнения, его предшественник Ryzen 5600 набирает около 3900 баллов и 17500 баллов соответственно. Новый чипсет включает 6 вычислительных ядер 12 потоков и выполнен по 12-нанометровому техпроцессору, тогда как прошлогодний Ryzen 5600 производился по 14-нанометровому техпроцессу. Ryzen 5 2600 способен работать на частоте до 3,4 ГГц с разгоном до 3,8 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 32 МБ. Старт продаж AMD Ryzen 5 2600 и других чипсетов семейства Zen+ запланирован на апрель этого года.